Всем привет, кто сейчас смотрит этот видеоролик. На дворе почти 10 часов вечера 25 ноября 2020 года. И на обзоре будет самая дорогая вещь в линейке велосипедных шлемов ЛАЗ. Это модель Virtus. Virtus Carbon. Вот в такой небольшой оригинальной упаковке. Как говорится, мал золотник, да дорог. Велосипедный шлем выполнен из премиум материалов. Также отличительной особенностью этого велосипедного шлема является карбоновая вставка, которая делает этот шлем гораздо жестче. Не дай бог при встрече с землей или с другими велосипедистами. Шлем идет в двух расцветках, бывает черненький, но мне захотелось сделать обзор на беленький. В коробке еще есть чехол для транспортировки и переноски шлема. Если пустячок, а приятно. Есть даже есть сменные накладки для того, чтобы вы смогли их заменить на внутренней стороне шлема. Чехольчик большой. Можно вертикально, горизонтально, как угодно. Ну и с собой его возить или хранить. Значит, идет в двух размерах: small, medium и large, extra large. По размерам, размер указывается на задней части шлема. Это размер small, medium 54-59. Очень удобные застежки, как на топовых сноубордических шлемах. То есть вы одели, и для того, чтобы снять застежечку, просто ее сдвинули и все. И одели прям моментально. Очень удобно. С шлема есть возможность регулировки, как сейчас многие делают. Шлем можно сделать с регулировкой, опустить его к низу затылочной части, либо приподнять. Есть колесико для регулировки по объему, по охвату головы. И шлема сидят прям очень, кстати, да. То есть одели, прям все, не нужно никуда смотреть, просто не глядя, а снять и снять. Одели, сняли. Значит, по голове сидит, кстати, удобно шлем. Мэт на обзорах был, они чуть глубже. Здесь шлем, он чуть пониже. Достаточное количество вентиляционных отверстий. Сеточка от насекомых в передней части. Вот она идет, карбоновая вставка, что обуславливает ее стоимость практически на 10 тысяч дороже, чем такой же шлем, именно Virtus, но модель без карбоновой вставки. Рекомендуемая розничная цена на этот велосипедный шлем составляет на данный момент 22,5 тысячи рублей. Хорошая аэродинамика. По количеству отверстий 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 вентиляционных отверстий. В принципе, шлем и продувается хорошо, и смотрится достаточно элегантно. Вот пока вот в этой модели всего лишь две расцветки. ЛАЗ Virtus. Так что, в принципе, все это снимается. Все это внутренник можно снять. Время от времени это нужно стирать. Вот, отличный шлем. Просто замечательный. Хорошо. И с очками будет хорошо. Очки, в принципе, можно воткнуть, если вы не катаетесь, сверху.
Супер. Есть также модели из линейки, на обзоре будет Кобальта, Энигма. Ну и не вижу смысла снимать ролик на эту же модель. Абсолютно так же, если нет карбоновой вставочки, вот такой же шлем, это просто модель Virtus. Тоже идет в нескольких расцветках. Поэтому, если есть желание посмотреть этот шлем либо линейку, под видео переходите по ссылке. Там можете смело перейти в карточку одного товара, либо во всю категорию. И посмотреть и выбрать для себя либо шлем Virtus, либо любой другой шлем велосипедный, с которым всегда будет приятно, удобно ездить. Ну вот, наверное, на этом и все. Можете подписаться на видео, можете оставить отзыв. Буду рад вас видеть в качестве подписчиков на мой канал. Так что всем хорошего дня и до скорых встреч.